Этот день навсегда останется в памяти белорусских колхозников Марии Романны и Андрея Иосифовича Клецковых. Всем колхозам по-праздничному было отмечено 30-летие их дружной супружеской жизни. Мать-героиня, сколько сил, энергии и любви отдала Мария Романна воспитанию своих детей. А их в семье Клецковых 16. И все они на семейном торжестве. С малолетства воспитывали родители в своих детях чувство заботы друг о друге, любовь к учебе и труду. И мы вправе назвать семью Клецковых коллективом достойных членов социалистического общества.